Сотрудничество со «Спартаком» проходит великолепно. Мы сотрудничаем с 2005 года и продолжаем это делать. Как «Спартак» доволен, да, и довольны болельщики, довольны футболисты, все счастливы. Вы же видите это на футбольном поле. Как именно выстраивается работа компании Nike совместно со «Спартаком» в плане атрибутики и ее распространения? Атрибутика, как вы правильно сказали, совместно, да, все происходит действительно совместно, вместе со «Спартаком» определяется, начиная от цветов и моделей, заканчивая того, как и где мы будем это продавать. Помимо развития розницы футбольного клуба «Спартак», магазин, интернет-магазин, компания Nike предлагает ассортимент футбольного клуба «Спартак» во все магазины, которые работают с нами в России и даже в странах СНГ. Как представители компании Nike, вы или ваши коллеги следили ли за выходом брендбука «Спартака», который вышел сейчас? Приходится ли вам, как их партнеру, идти в ногу, можно сказать, с этим брендбуком или с тем, что в нем было? Да, конечно, мы следили, и «Спартак» проделал действительно большую работу, что выпустил собственный брендбук, который является в том числе и большим подспорьем для наших совместных мероприятий в будущем. Как по поводу маркетинговых активностей, так и с точки зрения продукта, ассортимента, который нужен покупателю, болельщикам и вообще всем в округе, все, что связано со «Спартаком». А как вы видите, вы говорили, что давно уже со «Спартаком», с 2005 года, как вы видите в дальнейшем перспективы их развития? Может быть, наоборот, с вашей стороны есть какие-то идеи? Перспективы развития самые большие начнутся, когда сейчас откроется стадион, потому что это, конечно, будет тем самым толчком к развитию и бренда, и бизнеса, которого все ждут. Всем уже не терпится наконец-то увидеть свой собственный стадион. Можно тогда чуть поподробнее, что именно это за перспективы именно для Nike? Что ждет вас, нас? С точки зрения Nike, это, конечно, с точки зрения визуализации бренда, да, и с точки зрения развития бизнеса, это большой прорыв, потому что так называемый мегастор, магазин на стадионе, это место, которое является так называемой меккой для болельщиков клуба. Все будут туда приходить, и это будет домом, который будет у «Спартака», и мы счастливы, что мы будем частью этого дома, как бренд, как компания Nike. Вы говорили о том, что креатив никогда не прекращается, это ваша работа. А можно чуть подробнее о работе дизайнеров, тех людей, которым приходится заниматься этим креативом? Как вообще происходит творческая мастерская, когда с одной стороны есть простор для творчества, с другой стороны нужно постоянно думать о том, как подчеркнуть самобытность «Спартака», его историю, его идею? Она как раз вот на этом и происходит. У дизайнеров есть великолепные большие книжки с историей, традициями, символами «Спартака». И тот же самый брендбук, почему я говорю, является как раз большим подспорьем, потому что им в этом плане становится проще креативить, потому что они получают направление, в котором они могут развивать свое видение. А работают они по отзывам шикарно, потому что футбольный клуб из года в год получает новую форму, которая все успешнее и успешнее.